Добрый день, уважаемые подписчики нашего YouTube-канала. И сегодня мы с вами поговорим про кокосовое волокно, про кокосовую мульчу и вообще разберемся, для чего нам это необходимо. Кокосовая мульча, кокосовое волокно производится непосредственно из ореха кокоса без добавления клея и химических элементов. То есть это максимально натуральный продукт, который поможет нам с вами получить хороший урожай. Во-первых, мы можем им закрыть кустарники земляники или клубники. Для чего это нужно? Рассказываю. Клубника очень часто болеет, гниет, и на ней появляются слизни. Мульчиграмм вам поможет этого избежать. Да, но его при этом нужно помнить, что правильно уложить. Второй момент. Мульчиграмм вам сможет помочь в укрытии корней винограда. Так как виноград у нас теплолюбивое растение и не любит большей влажности, мы непосредственно осенью расчищаем под лозой территорию, да, убираем ее от листьев, травы, сорняков, все это мы должны будем укрыть мульчой, да, и спокойно отправляем наш виноград на перезимовку. Также мульча вас может выручить, если вы любите выращивать овощи, но у вас постоянно нижние плоды подгнивают, да, заражаются гнилью. Мульча вас от этого спасет. Также из плюсов хочу сказать о том, что ваш полив уменьшится в 2 раза. Вы сможете забыть о рыхлении, прополке, да? Она снизит рост сорняков. Ну и, конечно, главный плюс – это эстетика сада. Да, все будет очень красиво выглядеть. Вот у меня здесь есть кокосовое волокно. Давайте посмотрим, как это вообще бывает, да. Это кокосовое волокно, да, видите, оно немножко пышное, а мульча она сама по себе получается при спрессовке, то есть это вот как бы он будет тоньше и его будет практически незаметно. А также кокосовое волокно, если у вас есть там домашние питомцы грызуны, вы сможете им использовать как под гнездышко, то есть видите, как много можно куда применить данный продукт. Конечно, есть плюсы и минусы, и давайте все-таки минусы тоже с вами обговорим. Из минусов это очень тонкий материал, да, потому что он экологически чистый, и он просто спрессован. То есть наступать на него нельзя. Если вы захотите его переложить, то, возможно, тоже вы потеряете часть материала, да. То есть, как бы, если вы решили сделать грядку с мульчой, то вот она как бы должна быть здесь на срок от 3 до 5 лет, потому что именно при таком возрасте мульча разлагается у нас в почве, да, но при этом она ее очень сильно удобряет, насыщает полезными микроэлементами, и ваш урожай от этого становится только лучше. И, наверное, все еще отмечают, как бы, что цены на мульчу достаточно дорогие. Поэтому я вам предлагаю в комментариях поделиться своими отзывами, да, о мульче, используете, не используете, нравится, не нравится. Может быть, вы использовали, она спасла ваш урожай. Делитесь своими интересными историями в комментариях под этим видео, и мы обязательно с вами поговорим в следующий раз на эти темы. Если будут какие-то вопросы, задавайте, мы с удовольствием постараемся на них ответить. Спасибо, друзья!